Потом смотрим в таблице. Вот у нас Accord и Honda Fit, у них одинаковые замки. То есть нам надо 45 ширину. Ну, делаем запасом всегда. Лучше пускай по ширине будет побольше. Так, вот, например, тут сразу же желательно гайку навернуть, чтобы потом резьбу не закосячить. Отмеряем 50 запасиком. Все зажимаем в кисочках. Так вот, по этой отметке.